Приветствую наших зрителей и наших слушателей. Да, действительно, я сейчас нахожусь в Нью-Джерси. Я сюда приехала как замминистра национального дел Чеченской республики Ичкерия. И цель моего визита – это донести до черкесской диаспоры, которая здесь есть, и она очень сильная диаспора и многочисленная диаспора, донести до нее позицию правительства Чеченской республики Ичкерия касательно черкесского народа. И, естественно, напомнить нашим уважаемым черкесским братьям и сестрам, да, что у нас, у черкесов и у чеченцев, очень много общего. Сегодня, знаете, и на 31 августа, да, и этот день здесь, в, Черк... в черкесской диаспоре в Америке, отмечается как день культуры черкесской, как день адыгского языка. И это сегодняшнее мероприятие, оно организовывает черкесской благотворительной организа... ассоциацией. И вот эта черкесская благотворительная ассоциация, она а, существует еще с 19 века. Да? То есть ее основали первые мухаджиры, которые выехали из Кавказа. Ну, естественно, они выехали, потому что их, их изгнали с всех земель. Да? И черкесская диаспора здесь, в Нью-Джерси, она очень сильная. Здесь черкесы учатся в лучших вузах, они работают во всех сферах, они очень хорошо интегрировались в американское общество. Единственное, у этих людей нет права на возвращение, право на репатриацию. То есть они не могут вернуться на свою историческую родину. Почему? Потому что с тех пор, как Россия изгнала черкесов с их земель, они разбросаны по всему миру. То есть по последним данным, которые я читала, да, свыше трех миллионов черкесов, они разбросаны по всему миру, да, и они, эти люди, не могут вернуться на свою историческую родину, и мне кажется, это очень печально. Черкесы – это великий народ, да? это великий народ, это мужественный народ, это народ, который очень много перенес, и народ, который вот хоть и разбросан сейчас, да, по всему миру, но если его весь собрать в кучу, это будет просто Uh, это, 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 будет, мне кажется, даже лидер на, на Северном Кавказе. <звы> ну, заключение хасуюртовских агрейментов, да, соглашений, это уже для нас доказательство того, что Россия с нами села на, за стол переговоров, что, Россия, что России пришлось пойти где прийти к диалогу, что в России, несмотря на то, что нас нас считали сепаратистским правительством, нас считали там бандитами и и все эти ярлыки, на которых нас Россия навешивала, несмотря на все это, российской стороне пришлось сесть с нами за стол переговоров и и, и прийти к окончанию этой войны. Почему? Потому что ядерная держава, да, она потерпела крах в маленькой республике. И это говорит о чем? Это говорит о том, что чеченский дух силен, что, что чеченцы, несмотря на то, что очень коварный, злой и, и, и огромный, и ядерный враг, чеченцы не, 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 не будут отступать от своего. И уже есть тому исторический прецедент, да, где, где мы не отступили от своего и подписали вот эти хасавертовские соглашения с Россией. И для нас, да, для нас это исторический пример, который мы всегда, когда общаемся с дипломатами, когда общаемся с депутатами разных стран, мы им говорим, вот такие прецеденты были, вот такие официальные соглашения были, то есть вы можете спокойно уже с нами тоже вести диалог. Потому что Россия сама нас уже признала как де-факто и де-юре независимое государство. И потом еще это было в 1997 году, 12 мая, да, это уже как бы окончательное заключение было с подписанием мирного договора между Чирои и Россией. равные права э, граждан, да, они даже написаны в нашей Конституции. Там есть 23 статья в нашей Конституции через 92 -го года, где четко ясно написано, что должны быть равные права у всех граждан, независимо, там, женщина или мужчина, да. И также социальные и экономические привилегии должны быть разделены поровну, опять-таки, независимо от женщины или мужчины. У нас, у нас даже есть правовое государство. Единственное, в будущем, я думаю, когда уже будет возможность, когда наша территория будет деоккупирована, нужно будет провести некоторые реформы. да. Но в целом у нас даже правовое государство есть. И в отличие от Австралии, кстати, у нас нет конституционной монархии. В отличие от Канады у нас нет конституционной монархии. У нас есть президентская система, у нас есть прямое, прямые выборы нашего президента. да. И, 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 и по нашей конституции власть принадлежит народу. Я думаю, в будущем в этой реформе, естественно, должны быть какие-то реформы, наверняка будут, но у нас даже есть правовое государство, где, 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 по соотношению, где соответственно, Конституции права должны быть одинаковые у всех, у женщин и у мужчин. И это, кстати, это очень важный момент, потому что есть некоторые персоналити в нашей сфере, да, которые говорят, что вот эту статью нужно убрать, но нужно быть очень осторожным. Если сравнить, допустим, чеченскую диаспору и черкесскую диаспору, конечно, черкесская диаспора, она намного организованнее, она более компактна, она более ведет внутреннюю работу, да, она очень так более, ну, если говорить прямыми словами, намного сильнее, чем чеченская диаспора. Чеченской диаспоре немножко не хватает такого объединяющего духа, да, э, немножко не хватает вот этой компактности так, чтобы они могли вместе все с, э, воссоединиться и выразить свою позицию. Э, э, вот, вот этот Маленький бемоль нужно поставить. Но опять-таки положение у чеченцев и у черкесов опять не одинаковое. Почему? Потому что в любой момент, когда чеченец что-то говорит, сразу уже идут к его родственникам, сразу идут уже к... Как, в Чечне у, у, у его родственников бывают проблемы. Да? Естественно, у чеченцев немножко связаны руки нужно много делать работы с чеченской диаспорой, да, чтобы они более как-то, чтобы у них развязать эти руки и появилось вот этот, э, как вам сказать, э, вот чтобы они немножко от этой боязни высказаться, избавились. Вот этот бемоль надо поставить.